Рассмотрим заварочную кружку, которая имеет плотный и термостойкий материал. Изделие состоит из трех частей, прикрывающей крышки, сито и основания. Основание имеет шикарный глянец снаружи и удобную ручку. В кружке можно приготовить гречневую крупу, овсяную, заварить свежемолотый кофе и чай. При приготовлении каш обязательно используйте сито. Оно создает циркуляцию воды, поэтому продукт равномерно проваривается. Сито встает на крышку, поэтому, вынув сито с кофе, можно насладиться напитком, и кофейные крупинки больше не помешают. В сито можно положить различные травы, лимон, мяту, а в нужный момент достать. Использовать такую кружку можно везде – дома, на работе или на даче.